Резиночки не тянет, а там пойдет. Это я уже сказал бы, да, замечательно.
понимаешь, есть, конечно, в этом специфика в том, что, ну, бля, ну, просто понимаешь, как... Они там болели, да? Делать не обязательно, да?
Нет. Мне возможно. Да я не знаю, говорю, вот только... Там цепляться не за что.
Сюда. Мне кажется, бегать вокруг тебя. О, наконец-то! Зажали меня этими подгонами. Поставили маховик, нам осталось поставить сцепление. У нас не хватает топливной, задерживается, поэтому пока что двигатель устанавливаем как есть, да соберем уже на машине. Так, друзья, наступил следующий год. Мы наконец-то приступаем к установке форсунок. Вот этот автомобиль. Будем производить запуск двигателя. А, еще регулировка клапанов же, правильно? Еще масло, а еще работы хватает. Еще масло, еще регулировка ГРМ. Ивеко специфический двигатель, да, здесь чуть-чуть эти процедуры немного отличаются от обычных автомобилей из европейской семерки. Слушай, вообще новые или это просто они такие? Это не такие.
Спасибо, пришли по стопам. Долго ехали. До этого Слава установил, пока мы ждали топливный двигатель. Вот я не успел снять на автомобиль. А сейчас остальные процедуры произведем. Скручиваем проводку к форсункам топливным. Все, не благодари. Устанавливаем какой-то специальный прибор. Специальный прям. Называется регулировка ГРМ. На всех европейских остальных автомобилях стоят метки. Здесь метки нету. Здесь они сделали так, чтобы ты регулировал, не регулировал, а вот эту метку сделал по индикатору. То есть распредвал соединил с коленвалом по именно индикатору и зафиксировал его, так как они придумали. Чтобы и веки больше не приезжали никому, кроме как к нам. Точнее, к ним. Официалам. Официалам, да. Чем больше народ, тем лучше. Ничего без меня сделать не могут. Сергей, вкратце, что происходит? Происходит, блин, с губным пляском. Давай, крутите, тите. Слава сейчас вращает коленвал, правильно? Да. Маховик. А ты тут... Распредвал стоит на месте, мы выставляем ГРМ. Если кому интересно, на снятом двигателе когда-нибудь покажем. С помощью индикатора выставляется определенная подача впрыск топлива в первом цилиндре. Соответственно, должно совмещаться меточка на маховике и меточка на распредвале. Только их нету здесь, да? Таковых меток нету, да, но есть же... Слушай, а если один раз делаешь, можно самому наделать меток там? Когда при разборе некоторые метят, нас потом собирают и говорят, все должно быть четко. Говорят, мы сделали, пометили, поставили, но что-то не работает. Я говорю, а выставляли вот так вот? Не, мы, говорит, поставили все по зубам. Я говорю, молодцы. Дальше дерзайте. Ни штифт, ни шпонки, ничего нету. Вот эта вот плавающая метка, ее попасть это как-то. Сейчас мы затянули, возвращаем на меточку нулевой. Градус. И так раз 5. Где-то должно стать. Еще чуть-чуть давай. Вот сейчас стало, но не дошло до нуля. Должно быть все четко. И так на всех курсорах? Да. Да, на всех трех. Еще давай. Ну давай чуть-чуть. Оп, вот сейчас четко. Затягиваем болты. Перепроверяем еще раз. Подтягиваем пока. Потом он возьмет динамический ключ. И затянет так, как положено. После этого можно приступать к регулировке клапанов. Немножко освежаем память. Ага. Сейчас еще регулировку форсунки покажу и все. Устанавливаем сапун на место. И одеваем крышку. Клапанную крышку. Итак, у нас все готово для того, чтобы пробовать произвести первый запуск после ремонта. Откачали топливо.
часики. Огонь. Ну все. Еще один агрегат отремонтирован.